Приморские выпускники справились с обязательными ЕГЭ лучше, чем в среднем по стране. Процент детей, которые набрали минимальное количество необходимых для получения аттестата баллов, превышает общероссийский. Как сообщили в Краевом департаменте образования и науки, доля участников единого государственного экзамена в Приморье, не справившихся с заданиями по русскому языку, составила 0,3%, тогда как средний показатель по России 1%. Математика базового уровня также написана лучше, чем в среднем по стране, примерно в 2 раза. Средний балл по русскому языку в Приморье составил 62,7 балла, а по математике 45,71, отметили специалисты. Средний балл по русскому языку в Приморье составил 62,7 балла, а по математике 45,71, отметили специалисты. По информации Рособнадзора, в 2017 году планируется отказаться от тестовой части практически по всем предметам единого государственного экзамена, включая физику, биологию и химию, сообщили в департаменте. Все изменения, которые будут введены в следующем учебном году, утвердят и опубликуют до 1 сентября.